Всем здорово, с вами Макс Пауэр, и сегодня мы тестируем Battlefield 1 Open Beta, открытую бету. Я запустил на своем компе, все по стандарту, только что обновил драйвер. В видеонастройки установились Full HD, 60 Гц монитор, и в настройках максимальных ультра графика стоит по всем фронтам. Есть высокие, есть ультра. Тут также есть медиум и лов, и авто. Авто тоже на ультра ставится. Ладно, будем на ультра играть. Пока FPS 122 в меню, протестим Quick Match, быстром матче. Очень интересно, кстати. Первый раз запускаю. Вообще, я уже так мельком посмотрел, мне заинтересовала графика в этой игре и локации очень интересные. Ну, у других блогеров. Видеокарта в норме, нагрузка небольшая, процессор на 100% нагружен. Но у меня бандикам сейчас работает с процессором напрямую. Я решил видеокарту освободить, чисто через процессор записывать видео. Так, загрузка в прямом эфире, так что вы можете примерно посмотреть, сколько она идет по времени. Я думал, что движок недалеко ушел от Battlefield 4, поэтому не будет проблем. Если у вас Battlefield 4 идет нормально, то и такая игрушка тоже пойдет. Так что не переживайте за производительность. Разрабы, мне кажется, не допустят того, чтобы у кого-то она не пошла. Также, да, я играю не совсем с прямого интернета. Я играю через свой смартфон, через LTE. Угу. Это выбор бойца. Попробуем скип пропустить. О, выбор локации. Давайте попробуем вот с этой. Здесь вроде спокойно пока что. Ага. Что ж, вот такой вот графен. Все ярко, четко, интересно. FPS 46, но это счет того, что бандикам работает. О, можно сесть за машину. Мы в таком необычном антураже. А вот это вот старые пуговицы вот эти вот, форма старая солдат. Ну что вы хотите, Первая мировая. Да. Прикольно. Ну какой-то пустыни. Можно бибикать. Так, а если F2 нажать? Опа. Пулемет. Оп, видали? Можно работать самоходной зениткой. Опа, меня танчик снял. Да, танчик за Британию. А7В какой-то, тяжелый танк, хэви танк написано. Давайте на С. Что ж, в принципе, по ЛТЕ идет отлично. То есть по скорости с онлайном все в порядке. Можно, кстати, самолет сбивать с помощью вот этой вот необычной, что это такое. По-моему, снайпер был. Нет, опять танк. Да что ж такое-то? Это прям не танк, это целая крепость какая-то с пушками по бокам. Да, быстро убивают. Это ж непривычки. Сейчас вот даже по первым впечатлениям мне нравится больше, чем Battlefront. Да просят меня фанаты Battlefront. Хотя я для Звездной войны люблю. Услышали, он по-немецки, по-моему, матерился сейчас. Или сказал, что там враг. Так, у меня, кстати, из оружия пистолет, автомат. Номер 4 это... Опа, это граната. Какая-то такая, очень сильная. Нихера себе. А это у нас... Да, это какой-то дистанционный какой-то взрыватель. Что ж... Опа. Блин, тяжеловато. 20 на жизнь. Меня неплохо так задели. Кстати, управление как батле по умолчанию. Поэтому немножко непривычно. Сзади обошел, да? Точно. Управление как батле, так что не страшно будет вам привыкать, я думаю. Отзывчиво, все нормально. С управлением и физикой пока я нареканий никаких не могу сказать. По сравнению с Battlefront, физика тут довольно приятная. Чувствуется инерция у игрока. То есть вот я чувствую, как будто реально сам бегу. Да, на Q можно также помечать противников.
Блин, тяжеловато. Или это тут все такие прокачанные? Эй, а есть кто-нибудь здесь? Просто самому вести, да? Интересно, машина едет до того, как ты сел в нее. Так. Ну, сильных просадок FPS не вижу. Но что-то около 50, я думаю, будет. 50-60 максимум. Поменьше, чем Battlefield 4. Все-таки графен повыше, но играть можно, даже на старой видюхе. Как моя, 79-70 у меня. Так, слишком, я помню, слишком разогнался. Вот единственное, долго перебирается. На каком языке они говорят? Это явно не английский. Может, какой-то пустынный язык? Так, ладно, давайте попробуем точку захватить. Вот на G пойдем. О, самолет. Тихо. Не ту нажал. Ах ты тварь. О, да, попадешь, однако, здесь. Фух. Ну, могу сказать, что экшона тут хоть отбавляй. Экшон тут конкретный. Так, все, давайте еще один локацию какую-нибудь, например, на D, и попробуем их захватить. Там вроде наши подошли. Хотя тут слово наши, непонятно, кто наши, кто не наши. О, это не наш, точно. Так, снайперы работают. О! Нам сообщают, что мы что-то потеряли. Так, а здесь медики есть вообще? Ёпрессоте! Танчик. Танчик это фигово. Блин, есть еще у нас танчики-то, а? Я хочу танчиком поиграть. Так, с спейсом можно пропускать. Получается, нет танчиков, что ли? Или мне нужно его где-то найти? На А, по-моему, должен быть танчик. Там нарисован был. А, вот он. На каком? По-казахски, что ли? Давай, садись. О, я с ними поеду. Фига себе. Ну, поехали. Давай, поехал. Ну. Итак, полчаса спустя, наверное, мы поехали. Все-таки разобрался с управлением этот горе-водитель. А, нас тут целых 5 человек в этой установке. Я не знаю, как она называется, но... О! Че, я убил? Нет его? Блин, очень-очень узкая здесь. Опа, это свой. Тут, конечно, очень неудобно стрелять с нее, но она вроде как защищает неплохо. О, огнеметчик, ни хрена себе. Нормально. Ой, снайпер, да? У них оптика конкретно виднеется, у снайпера здесь. Тихо! Ядренка, черешка. Не, слушайте, по экшону Battlefront отдыхает вообще тут. А. Блин! Сейчас взорвется что-то. Нет, все. Все, хватит. В общем, вы поняли. Движуха конкретно. Ну что, игруха прикольная, честно, прикольная. Если будет хорошая акция, я думаю даже взять ее. Мне она нравится. Честно скажу, нравится. Ну, не как Battle 4, но... Почему бы не поиграть? Хоть концепция Первой мировой не самая для меня интересная, но... Это уже дело вкуса. Вот. Главное, что не с копьями и саблями. Привет, Far Cry. Ладно, всем спасибо за просмотр. С вами был Макс Пауэр. Подписан на лайв-канал. Будут еще обзоры игр. Ну, такие вот. Как она идет на старом железе. И всем пока. Чао, я продолжу играть.